По пожарной тревоге на улицу вышли ученики всех классов и их учителя. Никто не знал о предстоящем мероприятии, и для всех это стало приятным сюрпризом. В этот раз ребята организовали тематический флешмоб. Идея заключалась в том, чтобы показать наиболее востребованные профессии. Молодые, энергичные, креативные выпускники 6-й гимназии особым образом решили сделать прощальный подарок своей школе и учителям. Танцевальный флешмоб с участием 2 11-х классов во дворе родной школы стал ярким завершением их последнего учебного года. А сегодня мы танцуем флешмоб выпускников. Впервые такой флешмоб был проведен в прошлом году, и мы просто решили превратить это в хорошую традицию. Мы решили как бы его немного разнообразить и решили сделать тему профессии. Каждый из нас представляет определенную профессию. Вот, к примеру, военный, учитель. Также выступаю на флешмобе в роли строителя. Почему я выбрал именно эту профессию? Почему я выбрал выступать именно в этой роли? Потому что когда-то я уже работал строителем, я думал, будет прикольно повыступать сейчас, также помахать молоточком и опять поносить касочку. Хотелось бы, чтобы следующие выпуски также поддержали эту традицию, и каждый год в гимназии проводились яркие, интересные флешмобы, возможно, даже такие, как у нас, а может, даже и лучше. Это же флешмоб, это очень яркое мероприятие. В кратчайшие сроки, несмотря на острую нехватку времени и подготовку к предстоящим экзаменам, выпускники подготовились к флешмобу. И судя по положительной реакции аудитории, им удалось провести незабываемое для школы шоу. На площадке возле главного входа в школу танцевали медсестры. Физкульт-привет передали будущие олимпийские чемпионы. Выступление вызвало море положительных эмоций. Похоже, что ни ученики, ни учителя не ожидали такого яркого подарка. И наверняка это шоу запомнится им надолго. Хочется отметить, что инициатива проведения флешмоба принадлежала самим ребятам. То есть все номера, костюмы, постановку танцев все продумали и провели они самостоятельно. Ребята отметили, что они надеются, что это станет доброй традицией для школы.